Здравствуйте, Евгений Алексеевич. Здравствуйте. Нижний Новгород, Национальное освободительное движение. Первый вопрос задаст Анна Мавричева. Она очень переживает по поводу мобилизации. Вот на эту тему вопрос. Давайте. Да, Евгений Алексеевич, я сейчас являюсь волонтером горячей линии по мобилизации. И очень много происходит нарушений законодательства. И какой-то прям бардак там творится. Сейчас у меня... Я даже записала. В общем, не исполняются законы, указы президента по мобилизации. Идет незаконный призыв, отсутствие медкомиссии, плохие условия содержания мобилизованных, невыплата военных довольствий, блокировка банковских карт судебными приставами. Ну, в общем, как-то вот... Это как-то можно повлиять на то, чтобы наладили нормально работу и выполняли законы и указы президента, чтобы люди получали положенную им помощь, довольствие, и чтобы вот бардака такого не было. Бардак вызван оккупацией, поскольку никто не зачистил пятую колонну, не провел 37-й год, как Сталин сделал перед войной. Естественно, такой бардак в армии. Но это не значит, что у нас нет, у нас только одна армия. И я напоминаю, что Сталин в 30-е годы проводил чистки в условиях военных действий на Дальнем Востоке как минимум. То есть это не была какая-то, значит, ситуация такая, что в сторонку отобрали, почистили, все подготовили, начали войну. Было в условиях военных действий. Именно, собственно, в том числе и условия военных действий привели к необходимости чисток. Что сейчас мы будем через какое-то время наблюдать? До этого будет абсолютный бардак. Будет предательство, будет саботаж. Специальное, так сказать, такое неисполнение законов, чтобы вызвать негативные реакции, это очень, если вы хотите как бы узнать, что будет, просто поднимите процессы 37-го года, речь Вышинского, государственного обвинителя, вот что сейчас происходит, вот ровно это он тогда и говорил. Так что ничего нового здесь нет. Проблема суверенитета не решена, поэтому государственный аппарат работает против России. В армии не исключение. Но это не значит, что значит, мы должны доверять так называемым блогерам и военным корреспондентам. Они-то просто обслуживают американцев через свои системы так сказать, управления. Да? То есть через телевизионные каналы, которые они там представляют, через блогерские ресурсы. Это просто ресурсы Госдепа и олигархов США. То есть в этом плане армия, она все равно одна. И нам придется эту армию восстанавливать на ходу. И в том числе вот эти военные неудачи, которые мы имеем, как результат этих процессов, которые вы назвали, они и, грубо говоря, заставят нас это сделать. Я имею в виду страну, и народ мобилизует уже по-настоящему, не через процедуру военную, так сказать, а через процедуру реального мобилизации через голову. Да? То есть люди должны понимать, что случилось, где они находятся и почему это происходит. Только вопрос времени. Когда люди это поймут и когда это будет? А вот люди вокруг вас, вот они поймут. Видите, они там у вас массово жалуются, да? Соответственно, да. Это идет процесс осмысления и понимания катастрофы. Да, это и есть процесс. Вот то, что вы перечислили, это и есть процесс осмысления катастрофы. Понимаете, да? В каждом конкретном ключе, каждый через свою судьбу проводит это, через свою семью. То есть это не где-то далеко происходит, за океаном. Это происходит в каждой семье, в каждой голове. И вы вот это сейчас и наблюдаете. Да, но мне кажется, население, они же не понимают, что это именно, что мы в оккупации. Они будут думать, что это власти, у нас такие будут реально идти негативные. Пусть думают. Ну да. Что, да. Что это поменяет? Ничего. Спасибо. Вот они, допустим, они ошибутся. Что дальше? Тяготы и лишения усилятся многократно. Значит, еще лучше это вернет их мозги на место. Но это, знаете, это процесс воспитания, он... Ну, как вот ребенка воспитываете, да, ну, ребенка воспитывают, конечно, любовью, а здесь воспитывают кнутом. Но, по сути, процесс такой же, не понимает ребенок на каком-то этапе, потом в процессе воспитания он начинает понимать, что вот это делать нельзя, это делать можно, причина вот в этом. Вот это и происходит с народом. 30 лет пудрили мозги. Ну, конечно, это не произойдет мгновенно, это же очевидно, но это произойдет быстро, потому что в условиях военных действий вот это вот как бы тяготы и лишения, как это называется, да, они работают очень быстро. Фактически их бьют кнутом. Вот ваших зрителей, которые вам вот это присылают, вот их фактически бьет кнутом оккупационное государство. И они должны вертеться и начинать включать мозги.
Не включат мозги, значит, продолжатся удары еще более сильные. Будут жертвы, будут потери, большие потери. Но это, к сожалению, процесс воспитания. Так же было в начале Великой Отечественной войны, когда за, буквально за 2-3 месяца люди переориентировались с, так сказать, с марксизма на отечество. Да, вот вспомнили про предков, что преемники Советского Союза, что Советский Союз – преемник Российской империи. Все это вспомнили. А первые 2-3 месяца в плен только сдалось 30% личного состава Советской армии. Из них выжили только 10%. То есть те, кто сдались в плен, они не получили жизнь за это. Они получили пулю в лоб, концлагерь или что-то еще. Спасибо, Евгений Алексеевич. Дальше. У нас у всех соратников один самый главный вопрос. Это вот когда будут чистки пятой колонны? Вот когда этот момент? Вот когда к этому назреет реальная злоба. Вот злость, когда поднимется до такого уровня. А вы сейчас зачитали список злости. Вот когда злость поднимется до такого уровня, что ее нельзя будет уже, то, что называется, удержать олигархам и пятой колонны в России, тогда Путин объявит чистки. Он ничего не будет делать раньше, чем народ будет готов. Потому что если он сделает что-то раньше, его сметут. Если он что-то сделает позже, его забудут. Ну, так устроена история, понимаете, да? Появятся новые лидеры. Он сделает все вовремя. И он делает последовательно все. Вот, например, у него есть такой Суровайкин, да, это генерал. Это, между прочим, генерал Нодовец. Потому что это единственный офицер советской армии, который с оружием в руках, правда, без боеприпасов, на танке, уничтожал сепаратистов, которых послал, ну, в том числе вот, во времена Ельцина, в 91 году, во время ГКЧП. Были введены войска в Москву. Он туда вошел, ну, каким-то лейтенантом еще, понятно, 30 лет назад, больше 30 лет. Увидел врагов в лице сепаратистов, раздавил их танком. Лично он. 3 человек. Соответственно, ну, понятно, там было предательство, ГКЧП в армию вывело, боеприпасы ему не дали. Дали бы мы боеприпасы Суровайкину, он бы перестрелял все, всех этих вот сепаратистов в 91 году просто из пулеметов. Просто даже одним танком. Я уверен, что одного танка хватило бы с пулеметом. Но так не получилось. Он проиграл, и мы все проиграли. Его судили, ну, потом, значит, он там по амнистии вышел или как-то. И вот сейчас он является, так сказать, ответственным. Его буквально 2 недели назад назначили ответственным за военную операцию. Ну, вообще-то говоря, уже второй раз. Первый раз его назначил Путин ответственным за военную операцию в феврале месяце. Он почти взял Киев. В результате олигархи тут же собрались, его сместили с должности. От Киева наши войска отошли, уперлись в бетонные укрепления в Донецке. Ну, то есть слили. Все первые месяцы победы просто слили враги. И в том числе и самого Суровайкина. Сейчас, видите, сложилась ситуация, когда Путин его второй раз смог назначить. Ну, потому что уже более-менее подготовилось общественное мнение. Значит, сейчас, конечно, ему будет во много раз сложнее, чем тогда. Потому что сейчас уже НАТО отмобилизовалось. Но вот так и идет процесс. Процесс идет вот в ключе последовательного, по мере готовности народа. А народ, судя по первым, так сказать, впечатлениям, вполне будет готов. То есть он, вот в чем смысл вот этой всей вот сегодняшней ситуации, мобилизации и прочее? Зачистить 30-летнюю пропаганду и лапшу, которую навешали на уши. Телевидение с ура-патриотами, Сора со своими учебниками, с Болонским процессом, с воспитанием детей. Это все как бы очищается, да, вот это вся ложь. И восстанавливается первичная основа человека. Первичная основа человека – это патриотизм Отечества. И сейчас этот процесс идет. Ну, естественно, враги будут ему всячески препятствовать. А как было иначе? Никогда по-другому не было. Но уже есть уверенность, что не произойдет. Вот вы говорите, что люди там на Путина подумают. Ну, это все не важно, как они подумают. Когда человек в смертельной опасности, он думает не так, как вот когда он ковыряется в носу на диване. Понимаете? И у людей нет другого выбора, кроме как национальное освоительное движение и восстановление Отечества. Технически нету. То есть либо все полностью будут уничтожены физически с детьми, либо пойдут массово национальное освоительное движение, восстановит Отечество через те инструменты, которые есть. И ситуация сейчас значительно лучше, чем в 1941 году.
Потому что у нас есть ядерное оружие, мы его не можем использовать для сдерживания. Это правда. Вон сегодня американцы так истерят, что даже выпустили Папу Римского, который вдруг вот сегодня проповедь произнес, что они, все, кто владеет ядерным оружием, все, значит, плохие государства. И им срочно надо от него избавиться. То есть мы его 60 лет это оружие делали, а сейчас, блин, Папа Римский сказал, от него надо избавиться. Потому что оно мешает захватить страну, понимаете, да? Конечно. И вот этот процесс, он идет. Да, он очень тяжелый, он кровавый. Но если другого варианта нету, чтобы люди осмыслили, осознали ситуацию, в которой они находятся. Вот таких же, как вы, нодовцев же немного. В том числе и у вас в городе, правильно? Вот процесс, вот сейчас будут все. Понимаете, не хочешь заставим, не умеешь научим, как говорит, у нас в армии раньше говорили. Поэтому спокойно к мобилизации относитесь, спокойно понимайте. Надо понимать, что мобилизация это идеологическо-политический акт, а не военный. К сожалению, враги воспользуются, чтобы максимально нагадить, чтобы создать недовольство. Это правда. Ну вот, побед без сопротивления не бывает. Да, но, к сожалению, сейчас люди пока продолжают нести даже деньги подоляки, да, на гуманитарную помощь, которые, в общем-то, участвовали в Майданах. То есть пока люди достаточно созрели. Естественно, они эти деньги, ну, грубо говоря, или свои силы не несут там, где это достигнет результат. Это концепция врага. Для этого ура-патриотов и качали. Вообще все шпионы – это ура-патриоты. Не все ура-патриоты – шпионы, но все шпионы – они ура-патриоты. И еще раз я сошлю на материалы процессов и речь Вышинского, который подробно это описывает, что все шпионы прячутся за патриотизм. Вот прям так и говорит. Вот как я сейчас процитировал. Но тогда люди поняли это. И они поддержали процесс чистых шпионов. Вот в тот период времени. Были миллионные митинги. Мы сейчас к этому еще просто не пришли. Мы к этому точно придем. Вот сомнений уже нет. Но сегодня мы еще к этому не пришли. Может, придем через несколько месяцев. Но придем точно. То есть, а без этого чисток не будет. Путин не пойдет против общественного мнения. Если он сейчас запустит чистки, а народ как бы скажет, вот еще, как они там слова сразу начнут употреблять? Уже сейчас употребляют нехорошие слова, да? Правильно? Говорят, власть плохая, там, Путин. Говорят же. А если он сейчас слова... добавит, туда добавят еще американцы денежек, своей пропаганды, и все чистки будут остановлены. Путин будет просто, грубо говоря, сброшен. Евгений Алексеевич, вы приводите аналогию до Великой Отечественной войны. Да. То есть сейчас время пока для чисток не пришло. А вот тогда, сегодня, по дате, 16 октября была паника в Москве. И там... за счет вот этой паники, то есть там кто-то паниковал, а 450 тысяч людей ушли, женщины в основном, ушли рыть окопы. И вот эта паника показала, выявила как раз и предателей, и вредителей. И за три дня город, получается, очистился от вот этих паникеров. И уже буквально через три недели, 7 октября, и парад вот этот... закрепил это, правильно? Все будет так же. Мобилизация очистила у нас от паникеров. Где-то 1700-500-700 тысяч уехало. Очень хорошо. Мы это видели. Это все очень позитивные процессы. То есть идет естественный процесс очищения. Но просто еще не перешли к силовому сценарию очищения. Потому что к этому еще не готово общественное мнение. Оно будет готово. Вы что думаете, нас ждут там победы, что ли, на Украине? Я думаю, все прекрасно понимают, что любая оборона – это поражение сама по себе. А мы там явно переходим к обороне. И это все приведет к осмыслению, осознанию. И вот эти бардак с мобилизацией это тоже путь осмысления. Почему бардак? Вы же вопросы задаете. Значит, все задают такие вопросы, правильно? Вот сидят и задают вопросы. А действительно, а почему? И дальше им кто-то отвечает, ой, это Путин такой плохой. Но когда человек просто находится в диалоге, он этот вопрос может выслушать. А когда это касается его личной жизни, ему этот ответ не устроит. Потому что он тут ничего не сможет поменять. И он начинает погружаться в реальность. И, собственно, это вот и есть процесс осмысления. Так что в этом плане, что делает ноду?
сопровождать процесс общественного сознания. То есть то, делать то, что мы делали 12 лет. Готовить народ к окончательному восстановлению Отечества, объяснять суть проблем, причины. Мы являемся сегодня единственной политической идеологической силой. Других нет. На фоне военных действий умерли все политические структуры. Заметили? Нету никаких движений, нету никаких партий. Ну, так и должно быть. Остался только НОД как стратегическая линия страны. Соответственно, мы это и делаем. Для этого большого количества народу не надо. То есть будет повышаться температура общественного сознания. Наша задача, чтобы было как можно меньше ошибок. Отчасти ошибок мы сумели, так сказать, предотвратить, отчасти уже исправили, какие-то не сумели. Та же история, допустим, с сепаратизмом ДНР, ЛНР, она, мы 8 лет ее с ней боролись, там, НОД был запрещен, ДНР, ЛНР. Почему? Потому что мы понимали, что это глупость. Мы победили, народ осмыслил это, изменил свое решение, например. И так же будет в отношении всего остального. Продолжать политическую работу в массах, в спокойном режиме, как это можно там, пикеты, работа в интернете, сбор подписей, раздача газет. Это главная сегодня как бы ось идеологии развития общества вокруг этого. И те, кто не понимает, они все равно вынуждены будут пойти нашим путем и поднять эти наши газеты и встать на нашу дорогу. Евгений Алексеевич, а вот Анна Чапман, она же еще буквально в 19 году в Белрус.Инфо Максиму Славину отвечала, что мы ерундой какой-то занимаемся с этими сборами подписей за оценку юридическую развала Советского Союза, смеялась. А вот сейчас она с вами интервью периодически как раз на эту тему выкладывает у себя в Телеграм-канале. Что это значит? Она поменяла мнение, переосмыслила? Да, перед лицом тяготы лишения военной жизни сформировала свою позицию. И так сформируют все граждане России. А те, кто не сформирует, будут либо за границей, либо репрессированы. Евгений Алексеевич, вот вы не Нострадамус, но какой предварительный, скажем так, расклад действий в Москве, что будет происходить, поскольку все действия у нас по... об отечественном нашего отечества будут главные происходить в Москве. Каков сценарий? Что там? Голод должен быть, танки должны подойти к Москве, ракеты прилететь, бомбардировки какие-то начаться. Что, по вашему мнению, будет тем переломным моментом? И по-моему, по-вашему, потому что любой нодовец знает, что будет. Потому что будет то, что было. Это наука. Не будет ничего нового, не будет ничего неожиданного придуманного. Все мы проходили многократно, причем в более тяжких для нас условиях. Я еще раз говорю, у Сталина, например, или там, в предыдущих исторических периодах не было у нас ядерного оружия. Сейчас есть. Это определенная гарантия. Может быть, даже это плохо, потому что как бы некоторые откладывают на эту гарантию желание включиться в процесс национально-освоительного характера. Ну, как бы... Но тем не менее, такая гарантия у нас есть. Вот это вот отличие от предыдущих исторических периодов. Во всех предыдущих случаях вынуждена Россия была создавать угрозу Москвы, сожженная Москва. Это касается не только 41 года, и 812 года, и 1612, вот из ваших мест, когда пришел Минин и Пожарский, и всех остальных случаев. То есть это как бы особенность момента. Учитывая ядерное оружие, я не думаю, что Москва будет захвачена врагом. Хотя теоретически это тоже возможно, и произойдет именно реальное погружение в НОД, именно если будет аналогичный процесс. Да? Но в принципе должна быть сформирована такая рода угроза, которая людей переосмыслит, заставит переосмыслить, то есть стать участниками национально-освоительного процесса сознательными, патриотами сознательными, имею в виду отечество, как это положено, а не так, как нам лапшу вешают, да, березки, все, что дальше моего села не касается. И вот такой процесс будет. И вы это отлично знаете, мы это проходили многократно, будет и сейчас так. И что будет конкретно? Ну вот уже, я не знаю, с точки внешнего фактора, вот уже бомбят, значит, военные объекты в Калуге. Калуга, напоминаю, как и Московская область, граничит с городом Москвой, через Новую Москву. То есть это уже Подмосковье.
это уже Химки. Химки же тоже Подмосковье, куда Гитлер дошел. Понимаете, уже это, эти процессы идут. Да, идут. Я думаю, что они будут усилиться. Если мы там затянем ситуацию, американцы туда могут томагавки поставить. Томагавки точно долетят и до Москвы, и куда хотите. Калугу бомбят беспилотники американские, которые вылетают на 1000 километров. Там они уже есть. Но у них просто небольшая военная мощь, в отличие от томагавков. Так что это тоже не исключено. Но, может быть, и раньше этого, может, и не произойдет до такой степени. А? То есть произойдет определенная мобилизация, плюс противник наш, он в любая война, война – это две стороны. То есть вам не обязательно быть очень сильным. Противнику может быть не очень сильным, понимаете, чтобы вы победили. Соответственно, противник у нас США, естественно, никакая не Украина, не Европа, не Польша. Поэтому вполне может быть, вот видите, Илон Маск уже там занервничал. Начал, вдруг сообразил, что Россия может полностью уничтожить Соединенные Штаты Америки. На самом деле об этом и речи нет. Это не нужно. Нам это даже не нужно. Но понятно, что взаимная ядерная угроза для американцев чувствительная в 1000 раз, чем для нас. Сама угроза. Именно поэтому Путин с этого и начал в прошлом году, когда говорил о взаимной ядерной безопасности и красных линиях. Помните, по границе Советского Союза и Варшавского договора. Он с этого и начал. Но его тут же парализовали визитом Байдена. Байден, значит, прилетел в этот самый в Женеву, и Путину пришлось с ним подписать договор о ядерной стабильности по требованию Байдена. Естественно, под давлением тех же самых олигархов, там, Абрамовича, ну вот этих всех, которые сняли Суровайкина-то в марте месяце. Вот это тогда-то они были еще сильнее, чем сейчас. Я думаю, вы это понимаете прекрасно. Поэтому никуда не делись, подписали. Но подписали — это не значит, что этого не будет. Это значит, что это отложили. Отложили до там, следующего момента, когда это можно будет сделать после внутреннего усиления, то есть укрепления внутри страны до достаточной степени. Лучше, конечно, суверенитет, но достаточной степени, чтобы можно было применить сдерживающий фактор ядерного оружия. Естественно, они тут же капитулируют мгновенно. Да просто поставить полетные задания на наших ракетах, я уверен, Америка капитулирует. Потому что, в принципе, их не устраивает какой-либо риск их территории. Вот если вы смотрите, все противники, которые в Штатах, так сказать, помощи Украине, они говорят только об одном. Мы на это тратим много денег. И у нас от этого дорогой бензин. Да? Ну, то есть в этих словах нету даже предположения об угрозе территории США. Просто денег много. Ну, так они эти деньги в 100 раз возвращают обратно за счет мирового доллара, который обеспечивает эта военная операция. Ну, вот это у них как бы критика только одна, материального характера. Как только к ней добавится фактор безопасности, о чем Маск и сказал, мгновенно у них все поменяется в мозгах, как и при Кеннеди в 62-м году. Вот сразу же, в один день. Просто пока они такие идеи подавляют. Вы знаете, да, Маск дал заднюю вчера. Почему он дал заднюю? Потому что возбудили по нему уголовное дело в Америке. То есть пока американская власть, олигархи, Байден сильнее Маска. Ну, пока. Это только пока. Мы еще даже ничего не сделали. Посмотрите, они каждый день говорят, нам ничего не угрожает. Россия не собирается, так сказать, готовиться к применению ядерного оружия. Или они придумали эту мульку, что мы должны ударить по территории Украины. С какой стати? То есть им только радость будет, если в Европе начнется заварушка. Поэтому задача их отвести, чтобы вообще не было даже теоретической угрозы территории США. Что пока они и добились. Но мы тут легко перебьем эту ситуацию, ничего, никаких проблем с этим нет. Вопросы от Александра Сергеевича Казанского, нашего ветерана. Да, здравствуйте, Александр Сергеевич, слушаю. Евгений Алексеевич, вот все войны выигрываются и проигрываются в голове через сознание. Вот Советский Союз, он был побежден без малой кровью, без больших военных действий, за счет того, что идеология марксистско-ленинская и идеология КПСС не выдержали исторических испытаний. Не было идеологии Отечества, когда любого ребенка вы воспитывали. Вот твоя земля, вот здесь твои предки погибали за эту землю, здесь жить твоим детям, внукам. Поэтому советский народ сдал свое Отечество
ну, так сказать, очень печально. А вот так как все зависит многое от сознания людей, от их единого восприятия, здесь очень большую роль играют СМИ. И СМИ, которые сейчас на стороне, так сказать, режима, который у нас существует, он, конечно, по ресурсам превосходит в сотни, в тысячи раз те ресурсы, которые есть у нас. И вот можем ли мы как-то реально противостоять вот этому инструменту, который идет против Отечества нашего, против мобилизации народа, против его, ну, просто говоря, может быть, пикеты какие-то около там станции вещания или как-то проводить. Вот что можем мы реально сделать? Не ради процесса, а ради результата. Спасибо. Ну, во-первых, вы абсолютно правы. Идеология марксизма-ленинизма, она была просто внеотечественная. Это все равно, что, знаете, как говорят так, битва... Кто победит в битве слона с китом? Если это море, кит. Если это суша, слон, правильно? Поскольку территория Земли, она территория Отечеств, то не отечественная идеология, а идеология марксизма была антигосударственная. То есть официально это постулировалось, что государств не будет. И первая, вернее, ну, Конституция РСФСР, например, 1925 года прямо записывала, что это временная государственная форма, исходя из принципов марксизма. То есть любое государство – это... Они отомрут. Вот идея Маркса. Государства отомрут, а везде будет, значит, один класс. По сути так. Но поскольку, когда это, вот если бы на Земле было только одно государство, наверное, это бы сработало. Но поскольку на Земле были государства Отечества, другие, то они, естественно, в этой битве, где им ничего не противостояло, пустое место, они, естественно, победили, уничтожили Советский Союз. То есть сама идеология Советского Союза привела к его ликвидации. Кстати, об этом абсолютно правильно Владимир Путин и сказал. И внутри Отечества может быть все, что угодно, в том числе идеи равенства, справедливости, но с точки зрения конкуренции наций должна быть нация Отечества, которая уже ведет конкурентную борьбу и выигрывает, как это выигрывала Русь, Россия в своей тысячелетней истории, получив самый большой успех, потому что все-таки весь успех измеряется в территории. Потому что за территорией всегда были войны, и у нас самая большая территория. Численность населения у нас тоже к 17 году была самая большая в мире. Ну, чуть больше было в Китае, но все равно каждый седьмой житель планеты жил в Российской империи. Если бы эта пропорция осталась до сих пор, то у нас было бы больше миллиарда населения сейчас. За 100 лет это население упало у нас, соответственно, где-то 8 раз. Численность населения, это понятно, что 100 лет для нации это просто ничего, это миг. Вот человек живет 80 лет в среднем, да, где-то, а нации живут там в среднем 1000 лет. И что такое 100-летний период? Это как для человека 10 лет, а даже меньше, 5 лет. Ну, понятно, что это даже не для ребенка, это даже он не войдет в реальность, да, жизненную реальность. Но вот эта катастрофа, она как бы, ну, мы наблюдали именно из-за отказа от Отечества, от идеологии Отечества, от строительства Отечества и так далее. И в этом плане марксизм был, конечно, против Отечества. Но идеология и идеи, это они все-таки, Ленин был прав, они всегда побеждают. То есть у нас начался процесс возрождения, у нас есть национальное освободительное движение, у нас запущены идеи, но эти идеи, они как бы не... идут не через разъяснения. Идеи идут снизу, изнутра человека, от его природы. В том числе идеи свободного независимого отечества идет от природы человека. Участники национально-освободительного движения и штабов НОДА, они только помогают этим идеям быстрее добраться и совершить меньше ошибок. Понимаете, да? То есть не мы людей перевоспитываем, люди сами себя перевоспитывают. А сегодня в условиях военной жизни они 100% этот путь пройдут. Кто не пройдет, тот умрет. То есть это шизофрения, которой, если человек не выздоровел, полагается смерть. Вот наша задача, чтобы было меньше потерь, было меньше ошибок, чтобы мы быстрее проскочили по времени этот путь и достигли результата в виде восстановления Отечества, а для этого, соответственно, восстановления суверенитета и идущей за этим территориальной целостности.
Соответственно, роль идеологов и поводырей в идеологии, она не такая, как роль СМИ. Роль СМИ понятна. Широкая массовая пропаганда. Мы не занимаемся широкой массовой пропагандой. Мы даем ответы тем людям, которые их спрашивают. То есть СМИ навязывают позицию. Мы не навязываем. У нас появляется человек, вот который, например, звонил вам по поводу мобилизации, и мы ему просто объясняем, в чем причина. Он вначале отвергает это, говорит, Путин плохой. Хорошо, когда созреешь, перезвонишь. И он перезвонит, потому что от его отвержения у него там питание не улучшится, безопасность не повысится, понимаете, вот где он там находится на мобилизации. Ничего такого не произойдет. А вот от осмысления через решение главной проблемы суверенитета, это произойдет. И он придет. Ну, полные, как бы, люди, которые не воспринимают реальность, ну, что сделать? Ну, во-первых, для реальной нам не нужны все люди, в принципе, да, для победы нода в условиях ядерного оружия, ну, достаточно было активных нодовцев, ну, процентов 10-20, будет достаточно. Потому что все-таки в наших руках есть госинструмент. Вот когда Путин объявлял референдум, за референдум было, в принципе, 20%. Мы в свое время это обсуждали по социологии. Но он посчитал, что 20% достаточно. И он не ошибся. Остальные 60% присоединились, то, что называется, на принципах солидарности, формирования общественного мнения, то есть, грубо говоря, не погружаясь в детали вопроса. Это хорошо и плохо. Плохо, что люди голосуют даже на референдуме, не разобрались многие, и в результате мы не получили тот результат, который хотели. Потому что если бы они разобрались, они бы нас поддержали в январе-феврале месяце, когда была битва за сами вопросы. Но с другой стороны, они присоединились. И сейчас присоединятся. Нам достаточно, чтобы ядро народа было 10-20%. Активное, понимающее, реальное. Этого достаточно. Для того, чтобы оно было, телевизор нам не, ну, как бы нам не помощник. А телевизор после этого сам подключится. В телевизор просто придут обозленные солдаты после мобилизации, кинутые, которые понесут потери своих товарищей. Они просто придут в этот телевизор и в лучшем случае перебьют там все морды, понимаете? В лучшем случае. А в худшем я даже не хочу говорить, что там произойдет. На этом первом канале ВГТРК, ну потому что люди же понимают, что их 8 месяцев, а в целом 30 лет просто обманывали. Что их потери вызваны вот этой пропагандой ура-патриотизма. Реально. Понимают же, что мы не могли раньше ни мобилизоваться, ни что-то сделать реальное в условиях вот этой тотально ура-патриотической идеологии, которая звучит. Да даже сегодня мы совершаем на военные операции, многие исходя из то, что называется требования толпы, а не исходя из реальной военной необходимости. Понятно, что военную инфраструктуру надо бомбить. А котельные зачем? Чтобы поднять градус мобилизации. Помните, Путин сказал, мы не могли иначе поступить, вынуждены было это делать. А почему вынуждены? Да потому что ура, патриоты требовали, которых настроил телевизор. Это прямой удар в спину. Понимаете, вот эта вот политическая пропаганда телевизионных приемников. Ее никто не простит, но, как говорится, мы должны это учитывать. И понятно почему. Помните, Маргарита Симонян говорила? Все, кто меня окружает на телевидении, они все прошли подготовку в США. Ну, все успешные. А успешные – это начальники. Кто еще? Как измеряется успех в любой конторе? Что ты начальник, правильно ведь? Она об этом открыто, честно и сказала. Молодец. Так что это все придется переламывать, ломать. И в том числе за счет активной ненависти, которая формируется на фронте, в том числе к интервентам и оккупантам. А вот, Евгений Алексеевич, вы говорите 20% нодовцев, но достаточно, да. Я вспомнила, вчера был день памяти Ушакова, нашего героя, вот, а он говорил, я даже цитату нашла, без дисциплины никак нельзя и никакой пользы в делах быть не может. И мне на память пришло вот наше мероприятие 8 октября, которое около посольства было. И вот там у нас среди даже нодовцев были противники этого мероприятия. То есть даже... Ну, то есть они туда пришли, но были противники? Нет, они не пришли, а они в сетях отговаривали. Кто-то был противником?
Но мероприятие приводили бригада оперативного реагирования. Бригада оперативного реагирования находится на прямой связи с главнокомандующим. Ну, вы же это знаете. И это как раз дисциплинированная часть НОДа. Но мы не считаем, что весь НОД, грубо говоря, должен стоять вот в бригадах. Потому что будет мобилизация, вот как Путин провел мобилизацию, тогда весь. А пока задача НОДа все-таки работа снизу, а бригада оперативного реагирования – решение оперативных задач, которые ставит перед нами главнокомандующий. Что и было успешно реализовано. И вот сегодня при молдавском посольстве тоже флаги, вчера вернее с НОДом. Все нормально в этом плане. То, что кто-то что-то не понимает, ну не понимает. Ничего страшного в этом нет. Просто такой человек не может быть в НОДе. Извиняюсь, в бригадах. В НОДе может быть, в бригадах не может быть. Поэтому те, кто не подчиняется дисциплине в бригадах, мы с ними объясняем, что извините, вы, значит, неправильно сюда записались, ведите борьбу, как вы ведете, вы настоящие участники национально-освободительного движения. Некоторые из них, кстати, сейчас добровольцы на фронте, вы это знаете, да, кто возражал, да, ну это молодцы, ничего не скажешь. Просто в бригадах там особый порядок и особая ситуация, связанная с дисциплиной. И там могут быть решаться вопросы, которые внешне даже не так заметны. Потому что есть понятие и специальной работы, и понятие специальных служб, и в БОРе такие службы есть, как и в любой армии. То есть в БОРе паникерство быть не должно противопоказано? Определить, вообще, конечно, там дисциплина. Условия участия в БОРе – дисциплина. Если человек не чувствует в себе сил для дисциплины, ну значит, он не готов быть в этом подразделении. Это нормально. То есть не обязательно на фронте всем быть танкистами, да? Кто-то может быть и артиллеристами. Так, можно еще продолжение, Евгений Алексеевич, вы прямо опередили мой вопрос про процент поддержки, какой должен быть президент. Потому что у меня вот такой вопрос назрел уже давно. Мы всегда говорим, что, и вы говорите, что вот президент начнет дальше двигать реформу, когда почувствует поддержку населения, поймет, что вот народ его поддержит. А каков должен быть этот процент? И вот я им записала вопрос. Каков должен быть этот процент поддержки президента гражданами, чтобы он это увидел и сказал, все, вижу такую поддержку. Мне этого достаточно для реформ. Все, объявляю конституционную реформу, второй референдум. И вот и вы, то есть, я думала, процент должен быть 80% населения, 70-80%. А вы говорите, что даже 20% достаточно, а остальные уже подтянутся. Да, я говорю не о социологии. Социология, да, должна быть 70-80%. Она и есть. А я говорю об активной части населения, которые формируют общественное мнение. Так устроено любое общество, что общественное мнение формирует немного людей. На самом деле, исследования говорят, что переломить общество может 4-5% населения. Но активные, очень активные. И когда мы с вами говорим о 20%, это вызвано тем, что нам надо все-таки уравновесить вражеские активные группы, которые хоть и немного, но их осталось. А так бы нас хватило и 50%, понимаете? Но речь идет именно об активной части. То есть той части, которая ведет... Общество устроено, как и природная среда. Часть природы ведет остальную часть природы. Там, в мире животных и везде. И человеческое общество, оно такое же. Поэтому активная, пассионарная, как ее называют, часть, но пассионарная часть, вот мы с вами, вот вы пассионарная часть. Но это еще более узкий сегмент. А вот когда сформируется процентов где-то 20 активной части остального общества, в том числе через мобилизацию, кстати, то есть методом принуждения, вот с этого момента будет следующий шаг Путина. Раньше он просто это делать не будет. Да это и не надо. Это вредно. Идти против, общественного мнения, активного части, не в общественное мнение, вот в плане социологии, а в плане активного общественного мнения. Это очень вредно. Потому что это может просто привести к противоположному результату. Ни в коем случае не надо забегать вперед. Все должно быть вовремя. И, фактически это сакральные вещи. Да? Вот объявление мобилизации – это сакральная вещь. Объявление специальной военной операции – это сакральная вещь. Она нерациональна в плане текущего момента. То есть вот в текущем моменте понятно было, что мобилизация приведет к большому количеству ошибок. Но это не значит, что ее не надо было объявлять, понимаете, да?
Потому что это сакральная вещь. Суровайкин – это сакральная вещь. Потому что все-таки иметь на руках кровь врагов – это сакрально. Да еще тогда, да, с 91 года. Врагов Отечества, врагов Советского Союза. Поэтому есть вещи, которые смотрят... Сакральность – это не какая-то, не волшебство. Это просто то, что смотрит вперед поверх голов. Еще не, нет восприятия этого, но уже делаются правильные закладки. И еще поэтому 20% активных достаточно. Просто а достаточно. Как президент поймет, что 20% эти есть? Это как социологические какие-то опросы. Как он это поймет, что эти 20% есть? Ну, вы же легко это поймете. Вот просто осматривая вокруг себя, вы поймете, что в обществе назревает жесткая группа людей. Вот точно так и здесь. Это, тут даже не нужна особая социология. Это 20% себя проявит. Ну, выплеснется, например, на улице. Я вообще исхожу из предыдущих сценариев исторических. Там всегда это было после каких-то событий, которые приводили вот к этой к точке как бы изменения восприятия. Да? Ну, условно говоря, вот тот же самый ГКЧП. Да? Это была точка, просто она не решила проблему, но это была точка. 93-й год обстрел парламента. Это была точка в негативном ключе, но это тоже была такая точка. Вот аналогичные события будут у нас. И они будут в Москве, скорее всего. То есть будет, например, будет антироссийский путч. Потому что вот эти, понимаете, у нас есть активное звено патриотов, а есть активное звено неприятия, тех, кому это все не устраивает. Да, полевая часть из них уехала за границу, вот эти 700 тысяч, да, вот только что. Но это только полевая часть. Олигархическая осталась. Вы же вокруг себя знаете, и когда стоите на пикетах, тоже знаете, что из 10 человек, которые с вами разговаривают, один негативно, абсолютно жестко негативно воспринимает и Путина, и ситуацию, и так далее. Есть же такое? Есть. То есть это не бабушка поговорила там, семечки пожевала, а это люди, которые вплоть до того, что если что, они оружие возьмут в руки. Понимаете? Вы же это чувствуете, когда общаетесь с ними, правильно? Поэтому они обязательно выплеснутся. И вот этот их перелом публично-уличного характера и запустят уже второй этап процесса активного восстановления Отечества. Кстати, так и было и в те же перед 37-м годом. Же не просто так 37-й год. Перед этим были определенные события. Началось, помните, да, с убийства Урицкого, потом еще какие-то процессы. Войка этого посла убили, еще кого-то. Ну, вы знаете. Так что это обычный исторический путь. Мы все это увидим и поймем. Вы не сможете это не заметить. Даже если не смотрите телевизор. Вам это расскажет кошка. Евгений Алексеевич, вот еще по поводу процента. Да? Вот огромную империю российскую разрушили группа большевиков, которая была явно менее 5%. Но обстоятельства сложилось так, что какая-то небольшая... Порска людей смогла развалить такую махину Отечества. Активных, да. То есть, опять-таки, мозги на первый план выступают. Конечно, мозги, но у нас какая есть особенность? У Ленина было, он пришел с новыми ключами. А у нас есть историческая технология. То есть нам не надо ничего придумывать. Ему надо было придумывать, и тем, кто за ним стоял. Нам не надо. То есть мы просто добираемся до исторического, идеологического русского оружия, которое есть, которое работало и которое сработает и сейчас, и которое даже Ленин не смог сломать. Хотя, конечно, у него такая задача была. Он же начал пересматривать понятие русского, понятие русских, понятие идентичности народа. Ну, это, ну, глубже ничего не бывает, понимаете, да? Он же начал это все пересматривать. Вот эта тюрьма народов, как бы идеологии и всего остального. И тем не менее, это сломать у него этого не получилось. Произошел всплеск в Великую Отечественную войну, когда забыли сразу про марксизм, ленинизм и, так сказать, наоборот, подняли лозунги, с которыми он боролся. Он же боролся, так сказать, вообще Советский Союз даже не был преемником Российской империи. Как можно, не будучи преемником, опираться на исторический опыт Александра Невского, Суворова, Кутузова? Ну как? Это другое государство, понимаете? Ты же не преемник, но это же все это сделали, то есть убрали всю эту мишуру. И, то есть, это работает. И, но при этом я хочу вам одну вещь сказать. Это все работает на рисках.
Чем выше риск, тем лучше работает. Вот это надо понимать. То есть, если кто-то думает, что все произойдет в таком спокойном режиме, без нервов, вот такой человек ошибается. Это будет очень нервотрепно, и это будут риски, которые, собственно говоря, заставят подняться тех людей, которые даже рядом сейчас с нодом не хотят стоять. Без рисков их вы не поднимете. Я думаю, вы это понимаете. Да? Просто технически не поднимете. Да, будет две группы. Одна группа будет активная нодовцев во главе с Путиным. К ней примкнет 90% населения России. И против будет очень активная группа проамериканская во главе с олигархами, международными органами и агентами. Но она, да, будет, это будет столкновение этих двух групп. Причем столкновение и на улице в том числе, и с оружием в руках. И это даст такой потенциал риска, который, собственно, и мобилизует 90% за Путина. Задача всех предыдущего периода, последних 3-4 месяцев, в том числе посадки Навального, были, на самом деле, к тому моменту ослабить максимально ту самую группу. Она будет, но у нее не будет вождей, у нее не будет численности, 700 тысяч человек выгнали за границу, они вряд ли вернутся, просто потому что они морально не такие, чтобы сюда приехать, грубо говоря, сражаться. Да? То есть то, что так произойдет, знают все политтехнологи. Просто наша задача, чтобы у врага было меньше сил в период этого решающего столкновения. И, собственно, к этому все идет и происходит подготовка именно этих событий. А дальше за этими событиями или в параллель с ними уже пойдет механизм чисток, и я не исключаю и репрессивными методами, но для скорости. Потому что, еще раз говорю, американцы попытаются перехватить на обмане, потому что ура, патриотизм – это обман. И именно в шпионов они вкладываются, ура, патриотического типа. То есть подбирают людей, как бы, которые могут внедриться в патриотическую среду. Поэтому они пытаются обойти нас за счет обмана. А задача нода – не дать народ обмануть. Вот и все. У вас вопрос? У меня, Евгений Алексеевич, извините, наверное, очень глупый вопрос. Я его все равно озвучу, ладно? Вот в соцсетях, ну там, националисты или кто-то из Украины пишут такие вещи, что у нас есть возможности руками ваших генералов убить вашего президента. Насколько он защищен, скажите, пожалуйста. История – это наука. Геополитика – наука. Президент ее знает. Соответственно, он заранее создал специальную отдельную службу своей защиты. Называется ФСО. В Советском Союзе такой службы не было. Специально создал орган, скажем так, уравновешивания правоохранительной системы. Это Национальная гвардия. Там нету, конечно, не предусмотрена стратегия Национальной гвардии, но это орган, который, грубо говоря, второй эшелон защиты. Специально создал отдельное подразделение, Следственный комитет в прокуратуре, который отделен от прокуратуры. То есть, грубо говоря, есть методы, которые наука знает, с помощью которых можно сделать так, чтобы этого не произошло. Понимаете, да? И это было сделано. Потому что сами генералы ничего не сделают. Кто такой генерал? Ну, есть, я говорю про генералов-шпионов, конечно, такие есть. Они сами ничего не сделают, потому что они могут подтянуть какие-то воинские подразделения только методом обмана. Если выстроена система контроля, а там выстроена система контроля, и военная прокуратура, и политические работники и все остальное, то практически обмануть большую массу военнослужащих невозможно. И в этом случае это будет просто генерал один. Да? А что он сделает один со своим помощником? Ничего. Но мы ожидаем, что будет обязательно в том числе и заговор, так сказать, людей в погонах. Вы видите, что некоторые из них, из бывших, по крайней мере, ну, типа Клочкова, они активно эту тему качают. Есть еще один, к которому, раз уже этот вопрос вы подняли, на самом деле очень мудрый вопрос. Есть еще один аспект. Очевидно, что вот даже в полосе действий вооруженных сил существует много разных вооруженных формирований. Вот до сих пор задают вопросы, я вижу в Телеграме, почему войска ДНР, ЛНР не являются войсками Российской Федерации, а все еще какие-то союзники.
Уже даже мы же объединились, восстановились. Это должно быть армия России, правильно? До сих пор этого не произошло. Это же не просто так. Отдельные какие-то воинские части, патриотические, казаки, Вагнер, Кадыров. Но почему они не в Министерстве обороны? Ну, очевидно, что раздробленность ослабляет военные возможности. Потому что все-таки Министерство обороны сильно генеральным штабом, разведкой и тяжелыми вооружениями. А все остальное есть, ну, грубо говоря, если за вашим подразделением стоит тяжелое вооружение и серьезные ресурсы Министерства обороны, то ваше подразделение сильнее раз в 20, чем оно, вот когда этого ничего не имеет. Понимаете, да? И когда вот эта раздробленность, это снижает просто военные возможности. И тот же Суровайкин назначен министром обороны на эту должность. Это значит, все вот эти части ему не подчинены. Вот это действительно является проблема системы. То есть мы понимаем, что это не сделано, не объединены все вооруженные силы в одном ключе. Не потому, что это не нужно, а потому, что это невозможно на этом этапе. В силу разделения властей и колониального статуса российского государства. Вот на какое-то из этих подразделений опираться пятая колонна может. Вот это проблема. И поэтому за этими подразделениями надо очень внимательно приглядывать. Потому что понятно, что шпионы есть и в Министерстве обороны. Понятно, что они есть и в армии России. Да? И были раньше. Ну просто у нас нет другой армии. Да? Нам придется выруливать за счет нее. Не за счет каких-то добровольческих частей, а за счет именно Министерства обороны. Да, по дороге производя чистку. Другого варианта тут не будет. Поэтому вот эта вот раздробленность, она, конечно, ослабляет вообще сами возможности военной операции. Свет, тоже вопрос. Можно сразу? Я по теме. Вот пятая колонна в наших рядах в армии, в Министерстве обороны. Вот. Под Красным Лиманом то, что произошло. Мы знаем это вот от наших нодусов, ребят, которые там на передовой служат. И вот потери такие, что... Интервью позавчера с нашим нодовцем, он еще после СВО, и лежит в больнице вместе с Нижегородским нашим... Он потомок Ворошилова, то есть праправнук Ворошилова, у него вся семья в зоне СВО сейчас, а он в госпитале. И вот он как раз и сказал. Проблема шпионов в армии есть. Все это прекрасно понимают. Она будет решаться так же, как будет решаться проблема шпионов в органах власти. И вот, да, и как раз наш Николай, он сказал, что пока не будет единоначалия, пока не будет ставки ГКО и зачистки предателей. Вас, соответственно, вы правы, соответственно, нужно. Но мы к этому еще не подошли. У нас к этому нет еще... как и для чисток, нету не сформировано общественное мнение. Общественное мнение – это же не только вы, это еще и олигархи, у которых СМИ. То есть совокупность общественного мнения не позволяет пока это сделать. Еще не прошли мобилизация среди ЧОПов олигархов, кстати. Я знаю, что именно на них обращается особое внимание. А у них деньги, они откупаются, понимаете? То есть задача их ослабить. То есть у мобилизации много задач, не только вот такая, которая видимая на поверхности. Но к этому мы обязательно придем. То есть понятно, что нужно будет в армию мобилизовывать, например, военных корреспондентов. Ну когда еще воевали, и чтобы там рядом с тобой какие-то шпионы крутились? Ну как так можно? Все там патриоты, многие военные корреспонденты, не все, конечно. Какой-то там вот в Кремле был, так сказал, что мы там всех убиваем и грабим. Видели? Это что за военный корреспондент такой? Какого-то центрального канала. Ну понятно, что это человек против нас. Да? Но он там военный корреспондент. Они все должны быть призваны в армию, они все должны быть офицерами соответствующих подразделений Министерства обороны. Потому что вспомните ту же Великую Отечественную, там не было никаких журналистов каких-то газет, неизвестно каких. Все были военными журналистами. Соответственно, у них было начальство, которое им говорило, это можно, а это нельзя. Потому что любая разведка прячется за журналистами. Это любимая тема, да, вплоть до этого. Соответственно, нам на каком-то этапе для того, чтобы мы даже не начали побеждать, да, даже не перешли к линии победы. И Путин так и сказал, мы еще не начинали. Вот когда мы начнем, мы, естественно, мы это все увидим. Будет и Государственный комитет обороны,
И будет ставка верховного главнокомандующего, как, куда переместится генеральный штаб, и который будет управлять всеми вот этими разными частями, которые будут подчинены ставке верховного главнокомандующего в виде воинских частей, а не в виде каких-то отдельных отрядов. И будет обязательно Совинформбюро, то есть специальная служба информационная, которая будет освещать эти события. И не, тут не должно быть никаких, значит, корреспондент ВГТРК, корреспондент от блогера такого-то, от блогера такого-то. Это, в принципе, американская линия, понимаете? Это все придется делать, это очевидные вещи. А когда это будет, Евгений Алексеевич, вот этот... Опять же, мы еще не начинали. Вот смотрите, это немножко звучит парадоксально, но только осмысление, что мы не сможем, в принципе, не то что победить, а выжить в этом конфликте, приведет к этим действиям. Понимаете, да? Еще ситуация недостаточно трагична, чтобы Путин мог это начать делать. Я уж совсем в лоб говорю. На кого мне? Соратники, да, которые не смогли сегодня присутствовать здесь на встрече, они просили спросить, на кого будут заменены, вот эта пятая колонна, которая будет очищена, кто придет взамен? Нодовцы набраны. Я понял. Да, механизм чисток заключается в том, что это не механизм замены. Когда Ленин менял министров царского правительства, у него с собой были в кармане, значит, так сказать, целая команда. Да? Он просто менял там какого-то рабочего, выдернул, назначил главой Центрального Госбанка России, например, и так далее. В чистках и у Сталина команд нет. Вот если вы заметили, чистки 30-х годов там не было, что одна команда сменяет другую. Чистки – это политический механизм самоочищения системы. Вот это его логика, этого политического механизма. То есть, грубо говоря, чистки – это вот видели, да, Ягоду сменяет Ежов или наоборот, того сменяет Абакумов, Абакумова сменяет Берия и так далее. Вот механизм чисток – это как бы совершенствование системы по определенным принципам. Эти принципы заложены уже в нормы права, в законы, которые Владимир Путин провел. Прежде всего, закон об иностранных агентах, который, в принципе, дает уже методы чисток. То есть, если у человека, человек прошел подготовку в иностранном государстве, таких у нас 600 тысяч, то он не должен попасть на должности государственной власти. Это не значит, что остальные прекрасные патриоты, понимаете? Этого не значит. Поэтому, естественно, на этом чистка не остановится. Но это будет процесс как бы самоочищения, совершенствования системы. И вот она будет, да, она не будет там раз и пришла хорошая команда. Это будет поэтапная замена и улучшение команды с каждым новым этапом. Я бы это сказал так. Нам придется пройти через этот период, потому что мы не смогли подготовить команду. То есть мы ее подготовили по линии НОД, но она не такая, чтобы заместить все серьезные должности государственной власти. Часть заместим. И мы такого рода предложения, помните, мы проводили путинский призыв, и мы такого рода предложения Владимиру Путину дали. Часть, но не всех. Все-таки госорганах у нас очень много людей. Особенно у нас мало нодовцев, грубо говоря, занимающих высокие должности в силовых структурах. Ну, в силу особенностей этих структур. Там нельзя заниматься политической работой. Поэтому у нас просто есть там списки. Но мы этих людей не можем так вот гарантировать, как, допустим, участников пикетов НОД. Понимаете, да? Хотя военные у нас тоже есть. У нас есть закрытые как бы списки НОДа. И там есть военные, там есть и генералы. Но просто их не так много, как, допустим, в гражданском секторе. Вопросы. Последний вопрос, слушаю. Да. Ну, он даже не последний. Вот про чистки пятой колонны мы спросили, про ГКО. Последние 20 вопросов, слушаю. А будет ли создана такая структура, аналог СМЕРШа, который был, вот СМЕРШ шпионом, будет ли создана такая структура, которая будет смешивать? Я думаю, да. Вот смотрите, сейчас эту функцию выполняет Следственный комитет. Следственный комитет во главе имеет Бастрыкина, нодовца. Да? Вы знаете, он просто теоретически подготовленный нодовец, про 15-ю статью говорил и так далее. Но он проводит чистки не политического характера. Хотя он отвечает за закон об иностранных агентах, Бастрыкин. Соответственно, вот либо
скорее всего, в подразделении у Бастрыкина будет создана более жесткая структура на этот счет. Вот, скорее всего, будет вот по этой линии двигаться. Отлично. Так, еще, Евгений Алексеевич, вот в сетях, в интернете уже нацисты выкладывают ролики, как они под Купянском убивают мирных жителей. Вот Купянск, который мы сначала освободили, а потом он был сдан в результате предательства, опять же, пятой колонии. И вот такие ролики, там вырыта огромная яма, и туда скидывают мирных жителей, ну, я не знаю, уже убитых, либо они еще живы, их скидывают просто как кегли. То есть вот будут вот ответственные за это вот эти вот предатели, вот эти вот пятая колонна, они будут наказаны, будут найдены вот эти виновные, вот эти генералы, кто отдавали эти приказы, будут отвечать вот за это все, что сейчас происходит. Да, ну вы же знаете, метод Сабаша также заключается в том, чтобы делать гадости, не запачкав рук. То есть просто создается такая ситуация, при которой как бы никто не виноват, а просто там нету сил, чтобы удержать эту позицию. Соответственно, но следствие будет. Я уверен, будет и следствие в отношении и вот этих военных преступников, и в отношении руководства в Киеве. Я надеюсь, что и в отношении руководства блока НАТО и тех военных, которые там непосредственно отдавали такие приказы. Мы же понимаем, что это давали иностранные генералы и выполняли во многом наемники. Ну, на самом деле, военнослужащие иностранных государств, которые как бы имеют легенду наемников. Я, ну, во всех предыдущих случаях так было. Значит, будет и сейчас так. Ну вот в Великую Отечественную войну, когда партизаны оставляли какой-то городок или деревню, ведь вся деревня срывалась, уходила, потому что понимали, что придут фашисты и будут их расстреливать. Почему сейчас этого не случилось? Потому отступило, что весь народ должен уйти. Да, именно. Вот идет процесс осмысления проблемы. Вы же понимаете, что вот это население в этой деревне, которая ушла с партизанами, это понимало по предыдущему опыту. Не потому что они... А потому что они увидели, что такая судьба других деревень. Вот именно вот это вот. К сожалению, это опыт. То есть это приходит в головы с опытом. Не с мозгами, а с опытом. И вот сейчас посмотрели на эти вещи... И это как раз укрепило и у нас понимание, что это серьезный фашистский враг. И население Украины это же тоже смотрело эти же. Они тоже это начинают понимать, и, соответственно, у них тоже формируется такая же парализация. Да? То есть у них формируются и партизанские отряды, и нодовцы. Вы знаете, что на Украине действует очень мощное подпольное подразделение НОДА. И я думаю, что вы даже в группах видели их политическую часть. Видели же? У нас есть такие. Да, этот процесс... Ну, это обычно... Слушайте, как всегда, вот почитайте военные книги, там все описано, что с нами будет. Только тогда более стремительно во время Великой Отечественной войны, потому что там горячая фаза сразу началась, да? Гитлер сразу начал деревни жечь, а у нас тут, как говорится, медленно лягушку варят. Поэтому у нас немножко подольше все происходит. Ну, если сравнить с 8-летним периодом, то да. Но на самом деле 8 лет и Аллея Ангелов – это вот то же самое, да? Вот это Аллея Ангелов в Донецке. Просто, грубо говоря, тогда не было такого, Гитлер все-таки не имел таких возможностей информационного характера, как имеют англосаксы. Все-таки информационную войну Гитлер не выиграл. Они специалисты в этой войне. Мы до сих пор с вами, вот сейчас мы с вами разговариваем, это какая у нас связь? Скайп. Ну, наверняка не российская, да? Ну, а это же не просто так, это же не услуга. Это определенный способ влияния на процессы. Это не значит, что мы не должны по ним разговаривать. Трофейное оружие, оно всегда использовалось доблестно, да? Но мы просто это должны понимать, его особенности. Русская традиция, Russian tradition, трофейное оружие. Да. Партизаны все были на трофейном оружии. Так, может, следующий вопрос, да? Евгений Алексеевич, сейчас еще ролики ходят в интернете о том, что очень сильно магазины завышают цены. Магазины, которые продают военное снаряжение, бандирование, также аптеки, заламывают сейчас очень сильно цены в несколько раз. Где-то в 3 раза, где-то в 19 раз. Вот, например, бронежилет в феврале стоил 7 тысяч рублей, сейчас 135 тысяч рублей. Этот вот ролик записал наш слушающий, он вернулся с СВО, и он записал в интернете ролик, 4-минутное обращение к магазинам. Он говорит, вы что делаете? Мы же вас там защищаем. Вы наживаетесь на наших жизнях. Вы же... И, да, и война...
Вот как можно ли, значит, повлиять на эту спекуляцию? Подождите, что, значит, будут ли виновны, опять же, наказаны в этой спекуляции, кто вот наживается на этом? Да, и можно ли это как-то прекратить, чтобы не было таких цен, чтобы цены были едины? Потому что он говорит, я собираюсь, когда на ВСО 3 месяца назад я закупился на 10-15 тысяч рублей, сейчас уже в 30 тысяч рублей не ребят, ну, ребята не укладываются, а идут простые рабочие, слесари, трактористы. Там. У меня вопрос встречный. Почему он вынужден закупаться? Почему не Министерство обороны ему выдало это все? Это тоже хороший, это мой главный вопрос. Это главный вопрос. Да. То, что мы пошли по пути самозакупок оружия, это как раз показывает абсолютную оккупацию Российской Федерации. Что даже Министерство обороны не считает нужным. Как вы понимаете, денег у Министерства обороны, как у дурака Махорки. Никогда за последние, так сказать, 20 лет при Путине Министерство обороны не испытывало дефицита в деньгах. Почему они не закупили эти материалы для своих военных? Вот это главный вопрос. То есть это и есть вопрос шпионов, предателей и всего остального. А то, что население закупает, это уже само по себе показывает, что мы находимся в оккупации, Министерство обороны нуждается в радикальных чистках. А сами магазины, для этого же рынок, для этого есть там антимонопольная служба, там они что-то делают, и я знаю, они бумаги выпускают. Вопрос, еще раз говорю, да даже если просто тупо сейчас Министерство обороны бы купило все оптом, это было бы дешевле, чем бегать по магазинам отдельным военным, понимаете? Просто вот даже сейчас. Потому что оно может купить и за границей, вы понимаете, да, у него для этого возможности нет. У человека таких возможностей нет. В принципе, на все вопросы ответ-то один, который вы сказали, что нету суверенитета, отсюда все вытекает. Так что вот они абсолютно правы. Быть самые разнообразные. Но ответ сводится к одному. Вот это надо главное. Вы абсолютно правы. И вот те люди, которые эти вопросы задают, вот им придется это понять. Вот это им придется понять. Потому что они ответы на свои вопросы не получат. Не будет дешевле бронежилеты частные. Ну не будут. Вот честно скажем, не будут. Как бы антимонопольная служба тут ни скакала. Не будут. Этот вопрос должно решить Министерство обороны. Оно должно купить 1 000 000, 10 миллионов. Сколько надо, столько и купить. А про то, что Министерство обороны это не закупает, тоже вот пятая колонна сейчас это будет оборачивать негатив для населения. Говорит, смотрите, это Путин не закупил обмундирование для ваших военных. Это Путин. Вот это будет опять против нашего президента. Плохой Путин. Дальше что? Поэтому я пойду и сдохну. Ответ неправильный. Ты ошибся. Знаете, как говорят саперы? Ты ошибся. Тебя нет. Пришел другой человек с другими мозгами. Понял все правильно. Ну, тут это и придется пройти через это. Это и есть процесс осмысления, воспитания. Вот я уже не знаю, я вот привожу такой пример. Посмотрите, как дрессируют животных кнутами и как бы дубинами. Это очень плохо. Но это... Вот в каком-то смысле война – это дрессировка. Так, следующий вопрос, Евгений Алексеевич. Когда будет и будет ли введено военное положение? Почему оно до сих пор не введено? Зачем? Почему у нас до сих пор народ, даже телевизор, все пляшут, танцуют по телевизору, развлекательные шоу, и будет ли введено военное положение, чтобы люди понимали, что идет война, что не до шуток, не до смеха, не до веселья? Во-первых, судя по всему, для военного положения нет возможности. Военное положение все-таки утверждается властями. Путин не власть. Вот если вы когда-то задумались, например, кто главнее? Главнокомандующий в любой стране или министр обороны в любой стране? Неважно, Россия, не Россия. Министр обороны – это часть власти, создает системные условия функционирования государственного аппарата, издает приказы, в которых написано, кому сколько носков, кому сколько, какое кофе на позиции подать, как комплектовать, какая кадровая политика. А командующий войсками вводит войсками. Вот флотоводец, да, вожу флоты, командующий войсками, вожу войска.
Он их вводит по правилам министра обороны и в соответствии своих властей, в своем государстве. Значит, министр обороны стоит выше, потому что он власть. Его, он создает коридоры для командующего, в которые тот уже вводит войска. Понимаете, да, своими инструкциями и так далее. Не подал боеприпасы министр обороны своими приказами, командующий не послал куда-то войска, потому что какой смысл их посылать, вот как Суровайкина в 91 году без боеприпасов. Вот какой смысл? Поэтому министр обороны всегда важнее. Командующий вводит войска. Все. В рамках разрешенных ему командующему решений министра обороны, правительства и, так сказать, органов власти там, в виде парламента, который пишет законы для этого. Вот так это все устроено. Но это же элементарщина. Людям это надо объяснять. Спасибо. Так, следующий отсюда, вопрос. Отсюда, вот вы помните, да, когда Путин вводил войска на СВС, на Украину, было решение Совета Федерации. Не было бы решения Совета Федерации, не было бы никакого ввода войск. А Совет Федерации поставил два условия. Он их написал. Вводить на основе приказов министра обороны, он нам написал, на основе законов, это второй пункт решения Совета Федерации. То есть ввод войск на основе Конституции. Это законы, а это приказы министра обороны. То есть Совет Федерации вторым пунктом поставил министра обороны, ну что и так должно быть, выше Путина, когда разрешал Путину ввести войска. Раз. А первый пункт – это международное право. То есть Совет Федерации поставил решение Вашингтона выше. Именно поэтому Суровайкина-то и сняли, когда он почти Киев взял. Понимаете, да? Потому что Вашингтону это не понравилось. А военное положение – это та же история. Значит, к этому нет оснований, нет условий. И если сейчас Путин пойдет в Совет Федерации за военным положением, там могут такое написать, что это будет против, наоборот, всей ситуации. Понимаете? Понятно. Так, следующий вопрос, но я уже понимаю, ты уже на него ответ, что ответ... Договорились. Следующий вопрос. Ну, вопрос был нет. Ну, смотрите, про обмен пленными, который состоялся в ночь с 21 на 22 сентября. Наших ребят нам выдали 55 человек, а мы им выдали 215. В том числе там были более сотни бойцов Азова, 5 командиров Азова и 10 иностранных наемников. То есть обмен совершенно неравноценный. Наших нам 55 дали ребят, а мы им кто выдали... Кто занимался 200... обменом? Абрамович. Я не знаю. Абрамович, Эрдоган. Абрамович же им потом выдал айфоны всем и, судя по всему, оплатил им, так сказать, зарплату за время нахождения в плену. Ну, кто им занимался? Вот он такие условия выставил. Понятно. Вот теперь последний вопрос, Евгений Алексеевич. По крайней мере, в моем листе, мой последний вопрос. Цитата Пан Ги Муна, она гуляет сейчас по интернету везде, но ее замалчивают на Украине. Он, вот Пан Ги Мун, генеральный секретарь ООН с января 2007 по декабрь 2016. Он в 2014 году сказал, вот когда начался переворот на Украине, стали изучать границы Украины вообще, есть или нет. И он говорит, что у Украины нет границ, они не задекларированы и не зарегистрированы в ООН. В соответствии с договором СНГ, Украина является административным округом СССР. Россия может сделать лишь заявление и объявить Украину своей территорией, так как Украина входила в состав СССР, а РФ является правопреемницей СССР. Суверенного государства Украины нет и никогда не было. Так если все действительно это так, а это так и есть, тогда почему мы, Россия, до сих пор не сделали об этом заявление, не объявили Украину своей территорией? Ведь это же войну остановил в один миг, и это бы все остановило. Смотрите, сказано абсолютно правильно. Просто Пан Ги Мун это не говорил, но это не важно. Сказано абсолютно правильно. Россия, ну, конечно, Пан Ги Мун это не говорил. И Россия, естественно, остановит эту военную войну, как только выполнит эту рекомендацию. А для этого России нужен суверенитет. О чем мы постоянно и говорим. Проблемы войны бы вообще, этой военной операции бы не было, если бы народ активно поддержал Путина на референдуме 2020 года. Просто да, не было бы. Проблема этой военной действия решили бы политическим путем. Дальше был следующий этап, чтобы войны не было. Это когда Путин в прошлом году объявил принцип равной неделимой ядерной безопасности. Фактически он американцам сказал, я по вам ударю ядерным оружием, если вы будете нарушать международное право в части красных линий, то есть территории Советского Союза.
Сказал, сказал. Что произошло после этого? Его, значит, вначале обвинил, что он там какой-то преступник Байдена, а потом забыл про свое обвинение, прибежал в этот самый в Женеву с ним встречаться, подписывать договор о стратегической стабильности. Под давлением наших олигархов, естественно. Опять не получилось. То есть решить силовым путем, но не полевым, не получилось. И вот отсюда уже специальная операция стала неизбежна. То есть варианты были в 2020 году, чтобы ее не было, в 2021 году, чтобы ее не было, не получалось. Соответственно, сейчас через военную операцию решают эту проблему. Просто не оставалось других вариантов. Но решится она, опять же, только таким путем. Через правовой путь, это восстановление Отечества по международному праву, и через военный путь, это ядерное сдерживание ядерным оружием, то есть через операцию на дырь. Вариантов других не будет. В поле мы там не сможем победить. И как вы знаете, такая задача даже не ставится. Посмотрите, что Шойгу говорит. У нас нет задачи, так сказать, победить быстро в этой военной операции. Будем ее проводить неизвестно сколько. Но это как вообще? Это значит, что эта операция идет вообще не за Украину, она идет за Москву. И Путин об этом говорил в Владивостоке, что задача специальной операции – укрепление суверенитета в Москве. А дальше, еще раз говорю, с помощью операции «Анадырь» мы вот так за один раз прекращаем эту операцию. Но для этого нужны правовые основания, о которых вы сказали. То есть итоги Второй мировой войны и страны, и Россия – лидер восстановления международного права по итогам Второй мировой войны. Вот наша роль. Не вообще мы тут ковыряемся. Вот сейчас Генеральная Ассамблея ООН проголосовала, там 140 государств проголосовала. Что, за что они проголосовали? Они написали, что Россия незаконно по международному праву присоединила территорию незаконно. Ключевые слова «незаконно присоединила». Почему за это голосовали все, включая союзников сербов, венгров и так далее? Потому что, блин, ну действительно, захотели Херсон присоединить, а могли бы и Мадрид, понимаете? Мадрид же тоже красивый город, на берегу моря, нравится же, нравится. Почему бы его не присоединить? Ну очевидно, что это незаконно. Они так и сказали, это незаконно. Но мы же не Мадрид присоединяем, а восстанавливаем свою территорию. А для того, чтобы ее восстановить, нужно, чтобы российская власть относилась к этому вопросу в правовом ключе, то есть с позиции международного права. А для этого нужно, чтобы она обслуживала не американцев, а российскую, а российский народ. То есть для этого нужна победа НАТО. Вся история с Украиной – это придуманная на пальцах Соединенными Штатами Америки история обмана людей, используя пятую колонну в Москве и пятую колонну в Киеве. Это спектакль, кровавый спектакль американских кукловодов на оккупированной территории. Что Москва, что Киев. Да, спасибо. Все, у меня вопросов нет. Спасибо, договорились? Будут вопросы, звоните, я подключусь. Спасибо. Так, спасибо вам, Евгений. Спасибо вам. Родина, да. Свобода, Путин. Родина, свобода, Путин. Родина, свобода, Путин. Евгений Алексеевич, есть вопрос. Леонид Владимирович, я все время занимаюсь вопросом, почему 12-я статья Конституции не стоит вместе со всеми остальными? 15-й, 13-й, 9-й, вот когда мы стоим в пикетах, почему 12-я не указана? Она ведь тоже как колониальная. Мы в пикетах поднимаем главные две статьи. Это 13-ю и 15-ю. 15-я статья говорит о внешнем управлении, технологии внешнего управления. И не позволяет реформировать другие статьи. А 13-я запрещает идеологию. Конституцию надо менять всю, 12-ю статью в том числе. Просто 15-я статья – ключ к остальным. Грубо говоря, 15-я статья говорит, кто начальство. Как только начальство поменяется, это начальство тут же поменяет все статьи Конституции. Понятно? То есть, когда вы начальник, у вас одни порядки. Когда другой человек начальник, у него другие порядки. 15-я статья говорит, кто начальник, она главная. Ладно, все, спасибо. Спасибо большое. А ведь еще у нас 4 ноября, как раз в день нашего национального освободительного движения, мы планируем подачу иска. Я правильно слышала? Подачу иска по развалу Союза. Наверное, да. То есть, это работает.
специальная группа блестящих нодовцев во главе с Ольгой, и они определяют, когда в правом смысле лучше что делать. Так что мы, естественно, полностью поддерживаем это, а не герои Отечества. Так что уточнитесь у них. Спасибо. Хорошо. Родина, свобода, Путин. Спасибо. До свидания.